Значит, сегодня я хочу рассказать, как делать, провести исследование, используя UBX, Urantia Book Explorer, исследование смысла какого-нибудь слова. Ну, например, возьмем слово «мота». Но сначала как попасть на веб-сайт? Ну, ссылка urantiaexplorer.org, стандартная, или более быстрое зеркало urantiazaptu.org, тоже приведет вас туда же. Ну, у меня гораздо быстрее, это локальный. У меня сервер здесь. Значит, что мы делаем? Мы загрузили, допустим, мы попали, ну, во-первых, конфигурируем сайт, нужные нам столбцы, 4 столбца. В первом обычно берем британское издание, это оригинал Откровения. Второе – это мой перевод. Третье – это перевод фонда Урантии, пятое издание. И четвертое – это нью-йоркский. Обычно я так настраиваю. В сеттингах, значит, настраиваем размер шрифта, отключаем Explorer Control, тултипы, анимацию отключаем, Scroll Sync, все это отключаем. Это не нужно и только замедляет. Ну, контекст можно выбрать либо sentence, либо параграф. В данном случае я оставляю параграф. Что мы делаем? Мы ищем в английском тексте, значит, нажимаем Ctrl-X, чтобы фокус пришел сюда, в окошко поиска, и пишем «мота», и нажимаем клавишу Enter. Так, мы нашли в поиске 38 вхождений в 28 параграфах. Вот эти все, значит, случаи. Но мы, конечно, выбираем первое из них, потому что ясно, что определение будет дано в самом первом. То есть 427. Кликаем сюда, и текст в активном столбце, подчеркнутом синей колонкой, он синхронизуется с 427. Кликаем на вот этот SRT-индикатор 427 в самом столбце, и все остальные столбцы синхронизируются. Ну, теперь видим, что около слова «мота» есть некая заметка. Кликаем на нее, и в заметке получаем объяснение этого слова «мота». Но замечаем, что в русском тоже есть это. Если кликнуть, не переключая текст, просто кликнуть сюда, то ничего не произойдет. Точнее, произойдет то, что если эта заметка существует в английском случае, то она выйдет сюда, наверх. Но мы хотим не этого, мы хотим русский вариант этой заметки. Значит, переключаемся на русский текст и кликаем на мото. Вот, получаем объяснение. Вот и все, что я хотел сегодня объяснить.